Но сейчас, мне кажется, откровенный лидер этого вечера в городе Праге спортсмен из Ливана Хайдар Ахмед. Вы знаете, мне кажется, после Самира Баноута, мистер Олимпии 83-го года. Да, 83-го года у ливанцев не было атлета такого класса. Ну, надо сказать, что Банон при всем том жил из Соединенных Штатов. Да, это немаловажно, конечно. Условия у него были идеальные. Он чисто символически мог называться ливанцем, хотя невесту 3 года тому назад нашел он именно в Ливане. Я думаю, что у этого парня тоже большое будущее. Я думаю, что он будет тренироваться в Америке. Невесту? Я думаю, что в поисках еще... Место под солнцем. Место под солнцем, да. Тем более, что когда-то Самира Бану пригласил Джо Вайдер, пригласил к себе в Америку, увидев в нем действительно талантливого атлета. Я думаю, что Джо Вайдер в этот раз поступит точно так же. Должен парень безупречен. Кого из классиков бодибилдинга он напоминает нам? Кстати, он напоминает именно Самира Бану. Абсолютно верно. Я хотел еще назвать Фрэнк Зана, но, в общем-то, я думаю, что по объемам он, конечно, Зан ему уступает. Да, да. Они с Самиром Бану, кстати, удивительно похожие даже мышечным сложением своим.